Всем привет! Мы заехали в Обе Дебенко. Посмотрите, какую красоту я тут увидела. За 1100, по-моему, на 2 цветоноса. Очень красивая. Здесь у них много свежих орхидей. Видимо, был привоз. Эти все больше 1000. Они все с 2 цветоносами. Также на дуге. Крашенки 1500. Это, по-моему, один цветонос 1500. Ну, я думаю, это вас не интересует. Вряд ли кто-то из настоящих архаманов покупает такие орхидеи. Дендробиумы, смотрите, какие красивые. Камбрии. Также есть стоечка вот отдельная, смотрите. Так, посмотрим. 729 рублей. Целая стойка нового привоза. Это один цветонос. Да, все за 729. Что-то прям недешево. Так, из сортов так ничего особенного вроде. Ну, желтенькие там есть, такие прикольные желтенькие. Это тоже, как всегда, хорошее желтое. Вот это тоже, ну, из этой общей как бы массы. Так, что тут еще у нас есть? Мельтония. А, я ее понюхала. Все время нюхаю их, а не могу. Прям они таким лимончиком пахнет, цитрусом. Так, достаточно много хороших орхидеек. Ванды. Так, это ванда 6000 с 2 цветоносами. Так, пытаюсь найти что-нибудь интересное. Ну, ничего, кроме той первой, которую я вам показывала, буквально ничего такого больше и нет. Так вот, в нашем Обе вот на такой стоечке стоят подешевле орхидеи, там за 500 с чем-то рублей. А здесь вообще ценника нет. Я не знаю, сколько они стоят. Ну, тут тоже, в принципе, все такие же, как и на там на стеллаже у них. Ну, немножко мультифлор, мини. Так, оценки я не вижу здесь. Может быть, у них в другом зале. Сейчас пойду поищу. Да, у них стойка в другом зале. Оценка стоит только одна. 340 рублей. Вот это вот крашенка из фаленопсисов. А остальное камбрия 400 рублей.
Ансидиум 280, 400 рублей. Камбрия. Все, из оценок все, только одна. Не пропустите глобальную смену ассортимента ламината Вуди. Успейте купить... Глоксиния. Интересно, за сколько ее продают? За 54 рубля. Бедняжечка. Обычненькая. Так, здесь что у нас? Так, здесь тоже ничего нас интересующего. Фикус огромный, смотрите. Какой. За 1400 оценка. Цикламены завявшие уже. Декабристы по 240 рублей. Куча игрушек. Смотрите. Целый ряд прямо. Подставки вон там вот для елок. Тоже целая куча. Естественно, елочки. Я ж не могу не посетить этот отдел. Елки, елки, елки. Сплошные елки. Жалко, я уже не еду на дачу. Я, наверное, точно бы прикупила бы себе какую-нибудь маленькую еще елочку. Какую-нибудь вот такую бы, совсем маленькую. Декабристы вот тоже цветут у них тут. Ну, в принципе, обе они одинаковые все. Все то же самое вроде как. Еще вот мне понравилась вот эта вот орхидейка. Слушайте, от этой отойти не могу прямо. Да чё ж она мне понравилась. Прям это я уже вернулась. Походила, походила, вернулась. Думаю, надо еще раз посмотреть. Меня все время к ней возвращает. О, смотрите, тоже какая прикольная. Главное, вот она в одном экземпляре. Потому что, в принципе, когда один цветонос, дешевле. Здесь два цветоноса. Поэтому это 1000 рублей, конечно. Не, нету, уже глаза сломала. Нету нигде. Так что, в принципе, кому нужны орхидеи, Мега Дыбенко ждет вас с распростертыми объятиями. Можно что-то прикупить. Кому не жалко, 700 рублей, 1000 рублей и 1500 рублей. Ой-ой-ой, красота красотенская. Удобрение, кстати, что-то дорогое очень. Что-то прямо
229 рублей. Очень красивые камбрии, конечно. Ой, мимо проходишь, прямо вообще тут аромат стоит. Те, кто любит ароматные орхидеи, камбрия — это ваш цветок, наверное. Ну все, в принципе, тут особенно так смотреть больше нечего. У них нашла только вот один стеллажик с привозом, с новым. А это все уже, видимо, стоит уже у них тут. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.